как хорошо. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Ой, хорошо как, а? Вот так, коллега. Ну, значит, здесь будем вместе трудиться. Дачку охранять. Снежок убрал, дровишек поковал и все такое. Я уже все, я уже один тяну. Мне уже одному не справишь. Не тот я уже. Но хорошо, безумно просто. Че тут хорошего? Ой, ну что ты? Ой, ой, на такой даче крутой живем. На всем готовом. Сытый, обутый, накормленный. Еще деньги за это платят. Да, мечта, мечта. Всю жизнь мечтал пахать на чужой даче. Я не понимаю, чем ты недоволен? Тем, что моя мечта сбылась. Ой, как хорошо. Городок нашей мечты. Дети, сегодня я проверяла ваше сочинение на тему «Моя мечта». Вы знаете, я читала и думала, обязательно когда-нибудь наступит такое время, когда все ваши мечты осуществятся. Правда? Все-все. Кроме, конечно, твоей, Вовочка. Вон. Не надо, Валя, я пошутила. Пошутил? Да, да, не пошутила. Что такое? Пропускаю четвертый удар. Да, сам не нанес ни одного. Это уже интересно. Просто интересно еще разок. Что там? Слушайте, у вас поразительная техника. Просто поразительная. Как это... Я всю жизнь мечтал о такой технике. Как она называется? Молодой человек, ваша мечта называется болезнь Паркинсона. Городок нашей мечты. Итак, начинаем рабочий день. Это будет непросто. Вот здесь у меня, так, для разминочки, мангальчик для шашлычков. Не у тебя, а у хозяина. Ну, когда хозяин на даче, то у хозяина. Когда хозяина нету, то у меня, естественно. Вот люди. Мало им электромиксеров, тостеров, так еще открытый огонь. А, огонь? Я с детства мечтал стать пожарным. Хорошо. Бороться с огнем. Хорошо. Слышишь? Иди сюда. Ты борец с огнем. Ты шашлычок с чем предпочитаешь? Свинцом или с водочкой? Понял, ну водка горит. Конечно, нет. Вообще, по правилам, шашлык должен быть с вином, конечно. По правилам, шашлык должен быть с огнетушителем. Вот так. Вот. Да. Швейцария? Нет. Италия. Это Италия, сделанная в Китае. Да. А, вот мне нужен миксер и тостер. Только, знаете, вот такие, чтобы вот... Нет, ни у кого, чтобы не было. Я хочу друзей удивить. А тостер на сколько человек? Намного. И знаете, миксеры у нас самые обыкновенные. А вот тостер... Я бы мог предложить вам эксклюзивный вариант. Хотите посмотреть? Конечно. Пожалуйста. Made in Georgia. Это тост!
я посвящаю гостям! Я поднимаю этот маленький рог, но с большим чувством. Так выпьем за дружбу, так выпьем за любовь, так выпьем за родителей, так выпьем за горных орлов, так выпьем за горных козлов. Тихо, стой, стой, это тостер, это производительность, 300 тостов в час. Гости закусывать не будут успевать. Выпьем, 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 выпьем. Баня, сауна. Угу. Ты не бойся, открытого огня нету. Точно? Абсолютно. Вот, моюсь я здесь, значит, хозяин тоже иногда, да. Слушай, а сауну японцы придумали или кто? А почему? Как хорошая вещь, так сразу японцы. Ну, во-первых, не японцы. А во-вторых, это же баня. Ну, раз это баня, значит, русские придумали. А японцы что, не моются, что ли? Да ты их видел, этих японцев? Вот. Ну, а что там мыть-то? Господи. Хорошо, хорошо. 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 Ну вот, господин министр, мы с вами и договорились. Очень хорошо. Прошу. Очень хорошо. Тоже хорошо. Хотел спросить, откуда вы так хорошо знаете русский язык? О, моя утира. Моя утира, русский язык, утира, да. Моя читара, 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 русский классика. Чехов, Пушкин. Кто? Пушкин. А, Александр Сергеевич. О. Вы знаете, я в детстве тоже мечтал выучить японский. Да, но закрутился, закрутился, школа, институт. О, очень так хорошо. Ну, так, знаете, немножко по-японски могу. О, хорошо, очень так хорошо. Когда-то мне привезли из Японии такую небольшую книжечку. Я ее потихонечку читаю. Хорошо, хорошо. Да, там стихи. Ну, ваши знаменитые классические хокку. Хокку? Хокку. Хорошо, хорошо. Я даже одно хокку выучил наизусть. Моя хочет услышать и послушать. Ну, пожалуйста. Это, знаете, самая первая хокку вот в этой книге. Хонся носи хин о. Хорошо. Окаяте и тадаки савете. Хорошо. Макатони аригато. 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 О, хорошо. Гадзаимас. Гадзаимас. Хорошо. Хонсейхин но сецумойос о. О. О йоми. О йоми. Кандесай. Кандесай. Хорошо. Очень хорошо. Просто хорошо. Я вот только, знаете, как-то вот не могу понять, что хотел сказать автор. О, автор хотел сказать, спасибо, что вы купили у нас телевизор и читаете эту инструкцию. Правда, хорошо. Очень. Хоку. Хорошо. Люблю это место. Я, как любитель красоты, люблю прийти сюда, знаешь, просто культурно отдохнуть после тяжелого трудового дня. Да тут же все для пожара приготовлено. Вон сундуки какие-то. С песком, что ли? Опять? Господи. Да я ж не спорю. Ну, я тоже буду сюда приходить, любоваться. Ну вот, ну вот. Кетчуп Балтимор. Это уголок любителей прекрасного. А я кто? Балтимор – прекрасный кетчуп. А я его любитель. «Балтимор» – наш томатный спонсор. Ты как, вообще не устал, нет? Нет. Ну так подкладывай дровишек-то. Они же не твои хозяйские, да? Да. Поджигай, давай. Ой. О, хорошо горит. Если бы сбылась моя мечта, и я стал пожарным.
Опять 25. Если бы, я бы, стал бы. Откуда ты знаешь? А вдруг бы тебе не понравилось? Вот. Ну да. Мне однажды один мужик на улице лучшие штаны прожег. Так. Когда прикуривал. Ну. Сигаретки. Ага. Так я все успел. И штаны потушил. И мужика догнал. И руку чуть не сломал. Мне очень понравилось. Руку ломать. Надо же. А тебе вообще знакомо чувство жалости? Ну, конечно, знакомо. Я жалею, что не сломал. Дай-ка я прикурю-ка. А не-не-не-не, не надо. Извини, там вот, оттуда вот. Давай, пожарный. А. Ужас. Нет, 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 нет. Не хочу, нет, ну, нет. Ну что вы, ну голубчик, ну что вы, право слово, ну так нельзя. Ну поймите, вы же взрослый мужчина. Да. Ну что вы, а зубки надо лечить? Надо. Надо лечить. Значит, надо немножко потерпеть, правильно? Да. Нет, нет, помогите, помогите. Это, нет. Господи, боже мой, ну нет. Так невозможно. Ну что вы, ей-богу. Ну вы прямо как ребеночек. Ну надо немножечко потерпеть. И все, да, давай. Нет, нет. Ну нет. Что вы меня так боитесь? Я же не кусаюсь. Нет, нет, нет. А как? Нет, нет, помогите. Откроем ротик. Ну, откроем. Ну, пожалуйста. И не закрываем. Черт! Опять свет вырубили. Наверное, сейчас придет электрик. Я электрик. А вот и электрик. Ну, что у вас там, мой дорогой? Плоскогубцы? Плоскогубцы. Дрель? Дрель. Леша, это же ваш электрик, он электрический, скоро посидеть. Нет, что вы, здесь проводка совсем дохлая. Да я его электрика не для этого и вызываю. Да, я электрик. Ну так помогите мне, голубчик, скорее. У меня еще кабина вот там массажная есть. Да, да. Ну, я же в ней восстанавливаюсь. Нервы привожу в порядок после приезда хозяина. Вот ты живешь, а? Прям как в сказке, все у тебя есть. Ну, не совсем. Мне бы еще щуку поймать, знаешь? Щуку? Чтобы еще и желание твое исполняло? Да не, ну просто ухи очень хочется. Сказка про повара и чудо-блюдо. Господи. Неужели я так и буду всю жизнь лепить пельмени в этой дыре? Это с моей-то квалификацией. Но ведь я мог бы лепить пельмени где-нибудь во Франции или в Италии. Неужели чудес не бывает? Что такое? Шеф, случилось чудо. Целый автобус с французскими туристами поломался прямо возле нашего ресторана. Шеф, они идут к нам. Французы? Лягушатники. Коля. Коля. Быстро в школу за углом. Быстро. Быстро. У них там должны быть лягушки для опытов. Нет, я лягушек. Коля, быстро. 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 Это повезло, так повезло. Ну что, Коля, принес? Принес. Ух ты. Yes. Ух ты, моя маленькая. Коля, пиши меню. Пиши. Суп французский из лягушки первой категории.
Я поехал, игрушка! Ой, сегодня денек. Чудо на чуде. Допился. Ваше высочество? Простите, пожалуйста. Еще секунда, и случилось бы непоправимое. Я вообще не гусок. Коля, зачеркни. Да. Зачеркни. Вычеркиваю. И пиши. Суп французский из царевны лягушки. Ну, прощай, мой питомец. Компания «Балтимор» – наш томатный спонсор. А здесь хозяин гостей принимает. Принимает. Ты не представляешь себе, какие у него замечательные люди бывают. Просто приедут, поживут пару дней. Я со всеми знаком. Они со мной не знакомы. Так. Но зато на твоих глазах, можно сказать, проходит жизнь замечательных людей. Но это зависит от того, сколько они с хозяином вмажут, понимаешь? Бывает, что проходит, но чаще всего проползает. Жизнь замечательных людей. Однажды к королю Ричарду Львиное Сердце, которого так звали за его храбрость, пришел рыцарь Брайан Отбитые Почки, которого так звали за его отбитые почки. Ваше величество! Опять ты, Брайан? Я... Ваше величество, я только что с очередного рыцарского турнира. Это видно. Да. На сей раз мне сломали ногу. Угу. Вывихнули руку. Угу. И отбили селезенку. Так. Но я победил. И я хочу вручить принцессе корону дамы моего сердца. Потому что сердце у меня пока еще есть. Я прошу, не надо. Я тебя умоляю, Брайан, только не на копье. Не надо, то будет как в прошлый раз. Все равно, кроме тебя, на ней уже никто не женится. Не надо, Брайан. Красота. Говорят, здесь кино снимали. Я, по-моему, этот дом даже по телевизору видел. Ну, снимали, но это еще при прошлом хозяине было. Мы об этом, да, не очень. Слушай, а правда, что его посадили? Правда. Как раз после того кино и посадили. А, название этого кино не помнишь? Не, не помню. Я помню, что в углу экрана было написано «Оперативная съемка». А так... Кино. Ну как оно вообще? Что? Ну, вообще. Нормально? Да. А что ты тут ходишь среди ночи, как у себя дома? Что такое? Я с работы домой еду. Я
допоздна работаю и... А я вот тут работаю. Я тут работаю. Тут? Ага. А кем вы тут? А вот их людей подстерегаю, избиваю их и деньги забираю. Да, вот такая работа. У меня нету денег. Нет? Нету. Нам зарплату задержали. Я пока бесплатно работаю. Бесплатно пока. А ты знаешь, ты вот шел. Да. Я когда тебя увидел, ты так шел. Я размечтался. Нету. Ну что, что ты расстроился? Да, перестаньте. Что, ну и нету еще. Нету и нету. Нету, да. Вот страна, это вообще. Да. Все за страну. А что, мы не люди? Надо ж помогать друг другу, правильно? Конечно, да, надо. Ты бесплатно работаешь? Да, я. И я для тебя бесплатно поработаю. Просто вот со всем моим уважением я тебе без денег отметелю. А? Давай! Люди спят. Иди аккуратненько домой. Иди. Чтоб все, как говорится, у тебя, чтоб платили. Главное, чтоб платили. А раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шо, ну что, хорошего понемножку. Рабочий день закончился. Устал чертовски, пора отдохнуть. Что такое, чем ты опять недоволен? Вот если бы сбылась моя мечта, я был бы доволен. Моя жизнь пошла бы иначе. Я не смог стать пожарным. Ты опять про свои пожары долбанные. Чтобы они горели, твои пожары. Ну, плохо мне тут, плохо. А мне тут хорошо. На чужой даче. Да, мне здесь хорошо. Хорошо мне здесь. Ну, хоть раз в жизни, скажи мне честно, кем ты хотел стать в детстве? Кем? Я хотел стать дворником. Дворником. И на этой даче сбылась моя мечта. Даже две мечты. Две мечты сбылись на этой даче. Во-первых, я стал дворником, понимаешь? А во-вторых, не я все это строил. Не я на это полжизни угрохал. Не я на это деньги копил. Не меня за это сажали, понимаешь? Я это все получил готовым. Готовым. Это моя мечта. И поэтому мне здесь хорошо. 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 Нет, все. Ты молодец. Я тебе завидую. Вот. Завидую. А я. Как же я? Слушай. Чего? Может, еще не поздно, а? Может, на этой даче и моя мечта сбудется. А? В смысле? Может, на этой даче. Алло. И моя мечта сбудется. Ты чего? Сбудется моя мечта. Ты чего, друг? Алло! Алло, ты чё? Алло, пожарный! Твоя же мечта тупить, пожарный! Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто.